Доброго дня, Дмитро, я вас вітаю з днем народження. Мені дуже приємно з Душанбе, столиці сонячного Таджикистану, привітати вас з цим світлим днем, побажати вам всього найкращого, щоб всі ваші мрії здійснилися. У вас дуже гарний батько, мені дуже приємно було з ним познайомитись. І я впевнений, що у майбутньому ви станете дуже гарним режисером, і у вас все вийде. Добра вам, здоров'я, наснаги і всього самого-самого найкращого. З повагою, тимчасово повіреним у справах України, Республіці Таджикистан, Віктор Семенов. Здоровенькі були, Дмитро. Большой привет из Таджикистана. И, конечно же, в этот весенний день я поздравляю тебя с днем рождения. Самое главное – расти, иди вперед к своей цели, к своей мечте. Больше читай, больше интересуйся, всегда люби и уважай своих родителей. У нас на Востоке, у нас в Азии, здесь в Душанбе говорят, что каждый мужчина в первую очередь должен быть сильным, ответственным за свои поступки и за свои слова. Ты становишься большим, уже ты отвечаешь за свои слова, я уверен, я знаю. И, наверное, уже у тебя внутри есть своя мечта, своя цель. Ну, всегда твои родители поддержат. А для этого нужно больше стараться, больше читать, больше интересоваться. Все, что происходит вокруг тебя, это самое интересное. И надо жить, идти вперед. Еще раз, днем рождения! Дима, дорогой, вот сегодня день рождения. Мне об этом папа сказал. И папа попросил, чтобы я пожелал какое-то поздравление. Вы знаете, значит, у вас замечательные родители. Почему? Потому что они хотят, чтобы про их ребенка, чтобы они услышали какие-то добрые слова. Дима, я от души поздравляю тебя с днем рождения. Меня зовут Мухаммад Али. Я актер. Если говорить о званиях, я лауреат многих-многих международных фестивалей и у себя на родине, и по странам СНГ, и далеко за рубежом. Я у себя на родине народный артист Таджикистана, вот, и такой известный человек. И мне очень приятно, что я, живя в Таджикистане, посылаю привет тебе, молодому человеку, который живет в Украине. Я желаю, чтобы все твои мечты, во-первых, они чтобы осуществились. Желаю тебе здоровья и мудрости, чтобы ты через всю свою жизнь, сознательную жизнь, пронес себя, пронес доброту, любовь, отношения, чистоту, порядочность. Я очень, я думаю, и согласятся твои родители, чтобы ты стал в этой жизни, не имея значения в какой профессии, но значимым человеком. И чтобы ты пошел дальше своих родителей. Тебе удачи. И еще раз подчеркну, чтобы все твои мечты, которые есть у тебя в этой жизни, чтобы они все осуществились. Дорогой Дима, привет тебе из солнечного Душанбе. Правда, сегодня у нас чуть пасмурно. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Пожелать тебе оставаться таким же классным мужиком, как твой отец. Всегда, чтобы ты вот был похож на него. И внешне я, правда, тебя не видел, но чтобы поступки были у тебя такие же, как у твоего отца. И хочу пожелать тебе такой вот кредо по жизни, чтобы у тебя было. Вот пацан сказал, пацан сделал. С днем рождения тебя, Димон!
Димуля, сынуля, мы тебя от всей души поздравляем с днем рождения. Очень тяжело что-то еще добавить после таких высказываний, таких великих людей. Остается добавить, что мы тебя очень любим, мы в тебя очень верим и знаем, что ты у нас самый лучший. С днем рождения!